Вот наш второй монстр и готов. Это наш час. Враг оставил свой завод без прикрытия, и мы воспользуемся их слабостью. Все их монстры брошены в наши подземелья, на верную гибель. Мы без тебя справимся. А твоя задача — разрушить их завод. Удачи, Берсерк! Стрелки, отступайте к более укрепленным позициям. Я доложу обо всем профессору. Вот черт, Левиафан наносит встречный удар. Нам повезло, что мы вовремя восстановили Федора. Сразу после пополнения боекомплекта отправляйся навстречу врагу и покажи ему нашу гостеприимность. Ну и где же эта вражина? Я готов встретить его как следует. Странно, Левиафан сказал, что сопротивления не будет, но битвы — это всегда весело. А это еще что за кастрюля красного борща? Другой краски не было, что ли? Это броня, которой не существует аналогов. И у тебя, болван, шансы нулевые. Я тебя уничтожу. А борщик-то оказался вкусненький, с капустой. Твои шуточки не к месту. Ты меня не пробиваешь, ты слишком слаб. А это мы еще посмотрим.